Приветствую вас, друзья! Как наверняка многие из вас знают, DeFi-индустрия сейчас активнее всего развивается именно в сети Binance Smart Chain. И если всяческих фармилов, бирж и NFT-маркетплейсов тут уже имеется предостаточно, то вот качественных платформ для проведения распродаж довольно мало. Поэтому в моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о IDO-платформе под названием Great Moon. Платформа, конечно, не очень, но может и выстрелить, поэтому риски тут очень большие. Выгодным отличием Great Moon является наличие интересной системы распределения аллокации, которая является не просто скопированной с популярных инвестиционных пулов типа AdvaDAO или Polka Starter, а представляет собой новую модель ранжирования инвесторов. Суть этой модели заключается в более справедливом распределении токенов, по которой аллокации в ходе IDO, проводимых на Great Moon, будут доставаться максимально большому количеству держателей внутренних токенов GMN, благодаря наличию системы динамических уровней. То есть тут даже небольшие инвесторы смогут участвовать в распродаже, и для этого им не придется покупать токены Great Moon на $1000, чтобы лишь получить шанс на аллокацию. И кстати о шансах. Как заявляют создатели Great Moon, на их платформе не будет никаких белых списков, лотерей и творческих конкурсов. Все будет максимально честно и децентрализовано. Единственной особенностью будет система динамических уровней, согласно которому чем больше токенов будет у холдера, тем больше будет вес его голоса и тем больше аллокация. Но при этом сумма токенов, которые необходимо удерживать на балансе для получения аллокации, будет постоянно корректироваться в зависимости от их рыночной стоимости. Что бы ни происходило, ситуации как на крупных и старых лаунчпадах, где для получения аллокации нужно сперва купить токены на $1000. Но также важной механикой сдерживания инвесторов будет являться обязательный период удерживания, согласно которому токен GMN нужно будет хранить на балансе 1-2 недели, перед тем как инвестору будет дано право на участие в распродаже. Помимо этого, важным преимуществом Great Moon будет то, что все представленные на платформе проекты будут проходить строгий аудит как от сообщества путем голосований, так и от самой команды Great Moon. Сам же код проекта Great Moon в данный момент уже прошел аудит от довольно трастовой фирмы Solidity Finance. Ну и разумеется, раз я говорю о проекте Great Moon в будущем времени, значит в данный момент он еще не запущен. И для нас с вами это очень хорошо, потому что мы можем с вами успеть купить токены GMN одними из первых. Сделать это можно будет в ходе двух этапов распродаж – пресейл и паблик сейл. Пресейл в данный момент уже активен, так что у всех еще есть время, чтобы залететь в него. Но даже если вдруг пропустите, то после его окончания пройдет еще и публичная распродажа. Отличием же пресейла от паблика будет не в наличии белых списков или чего-то такого, а всего лишь в двух вещах – цене токенов GMN и их количестве. Для участников пресейла цена будет ниже 0,8 центов за токен, но при этом выделено на данный этап будет всего 15% от эмиссии токенов GMN, а в ходе публичной фазы пресейла цена составит уже ровно 1 цент за GMN. Зато и количество токенов, доступных для покупки, будет составлять 45% от общей эмиссии в 300 миллионов GMN. А после окончания распродажи токены GMN будут добавлены в листинг на PancakeSwap по цене в 1,5 цента с блокировкой 20% от эмиссии в качестве ликвидности на 2 года. Помимо же этого, ликвидность в пуле на PancakeSwap будет постоянно увеличиваться за счет налога на транзакции, размер которого у GMN составляет 10%, с частичным распределением на ликвидность и автостейкинг. Помимо же ликвидности и сейлов, еще 9% токенов от эмиссии GMN будет передано команде с блокировкой на полгода, а 5% пойдут на маркетинг и партнерство, также с блокировкой. Но разумеется, несмотря на вроде бы здоровую токеномику, участвовать в распродажах или нет, решать только вам.
Поэтому обязательно перед инвестированием проведите собственное исследование проекта и взвесьте все возможные риски, которые при участии в подобного рода распродажах всегда являются очень высокими. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам и профита. Пока-пока.